Ты включилась? Включилась вроде. Лазаревское, 10 число. Погодка замечательная. Где-то там плавают сапы, где-то плавают люди, вон плавающие головы. Народ потихонечку подтягивается на пляж. Время сейчас в районе 9 часов. Ну, 8 с копейками. 8.50 с копейками. Там 8.57. Вот так вот. Море, полный штиль, водичка прозрачная, как я говорил уже в предыдущем ролике, на досках катаются люди, с парусами, не просто с парусами, легкий ветерочек, вода, смотрите, какая чистейшая, видно дно с причала, отлично. Температуру я говорил, как-то 19 градусов было, я уже забыл сам. Денек будет солнечный, сейчас утренний бриз закончится, я имею в виду утренний ветерок. И все. И будет теплый день. Днем я так думаю, что ветерка не будет. Вон, видите, кто-то в куртке ходит даже. Так прохладно кому-то. Видимо, с Дубая приехали. Так, 8.58. Я сейчас еще раз уточню температуру воздуха. 10-10. Вон дамы полезли плавать. Один момент. 19 градусов, да, я не ошибся. Пойдемте поближе к морю. Некоторым в море, но я не готов в море сейчас залазить. Пляж здесь в районе причала несколько расширился, стал побольше. Все классно. Вот смотрите, чистенькая водичка, красивая. Сочи 14 у причала, никуда не делся. Такие дела. Маленькое вступление, друзья мои. Еще раз всем напоминаю, что YouTube, Рутуб сейчас весьма такие заторможенные платформы. Поэтому я там ограничиваюсь только выкладыванием утреннего ролика. Все желающие посмотреть остальные ролики, пожалуйста, приходите в Дзен, ВКонтакте. Каналы также называются Лазаревское сегодня. И на Дзене еще Лазаревское все-все-все. А я пошел в сторону дома, навстречу солнцу. Уже выложил вам коротенький шорт-ролик. Кстати, еще раз напоминаю, кафе «Фаворит» работает. Сегодня, дай бог памяти и времени, прежде всего, планирую посетить море лично, с термометром, дабы замерить вам температуру морской воды после очередного штормика. У нас получается так. Легкое волнение, там легкий шторм. Потом замер. И так уже который раз. Покидаю непосредственно пляж. Вот смотрите, какая картина. Люди загорают, плавают. Цветочки цветут. Базилик, нет? Не базилик, как-то. На Б как-то называется, мне кажется. Фаворит работает. Также работает тут столовая в районе прибоя. Приходите, кушайте. Вас тут ждут. Даже вот в октябре, можно сказать. Не можно сказать, а в октябре вас ждут. В общем, все классно. Ну, часиком к 10, может быть, чуть-чуть плюс-минус, попозже там. Закончится этот утренний бриз. И будет все хорошо. Да и сейчас все хорошо, если честно. Ребята, вон, вижу, у вас Михаила. Ждут вас кофе, можно попить даже вот в октябре. Есть желание, в общем, можете прокатиться. Кто-то вон примеряет кресло массажное. Но я, правда, за столбом не увидел. Но, в общем, прилег такой. Может быть, сам массажист, я бог его знает. Прилег, замерил. Удобно, неудобно. А море классное. Полнейший штиль. Может быть, даже сегодня к Владимиру заскочу. Поплаваем там на сапах. Давно не плавали, не ходили по морям. Сейчас такую погоду сам бог, как говорится, велел.
Так что сезон продолжается. Сезон продолжается. Море отличное. И день ясный. Все, я уже, наверное, 10-й раз вам повторил, как у нас тут хорошо. Прям нахваливаю. И нахваливаю. Вот только дорожки убрали, лежаки. Но вы сами все лето просили об этом. Чтобы все поубирали. Чтобы можно было просто лежать и загорать. Он какой-то интересный снаряд. Что-то явно привез в море. У нас тут появилась такая моно... Или не знаю, как она правильно называется. Доска такая. С аккумуляторами, которая катает. Вот по такому гладкому морю они катают. Ну, или садись. Я такой только в Дубае видел. Прикольная штука. Наверное, такой-то доске на сапе стоять, а толком не могу, на то я вообще не устаю, потому что у нее скорость достаточно хорошая. Полнейший штиль, вон там он пытается пойти искупаться. Завен с Михаилом стоят, грустят. Че грустим? Вы че с ними не катаетесь? Они вон стоят, ждут вас. Ждем. Если что, приходите, вот они на стеле как раз и стоят. Макса нет, а они на месте. Они вам покажут все красоты Лазаревского района. О, там он парень вообще с голым торсом идет на море. А потому что тепло. Потому что классно. Смотрите, какое море. Мурлычет, как я говорю. И прозрачное. Красота. Полнейший штиль. Не, ребята с досками там плавают, ближе к устью реки Псизерцы. А народ начинает подтягиваться. Вон, видите? Все, всем доброе утро. Привет из Лазаревского. Ну, вы сами все знаете. Больше говорить ничего я не буду повторяться.